получилась точка фильма, точка пространства. Поэтому вот Света Некрасова, очень спасибо огромное. И, по-моему, не видел этот фильм, но надеюсь, увидел. Вот. Ну, опять, может, сегодня же она выйдет. Может, еще покажется уже по случаю. Спасибо. Ну, если какие-то впечатления, мнения кратенько, потому что вечер идет, так продолжается много выступающих. Или какие-то пожелания, может, есть какие-то. Кто-то деньгами хочет помочь. Конечно, я имею в виду, нет, хотел бы просто проводиться, очень большое дело такое. Включите песню «Дитя и Рождество», которая здесь у вас прозвучала в стихах. Он очень красивый поет. Рождество? Ну, вот это, когда идет «Сказки необъяснимые». «Метель» есть? Да. Ну, я знаю, нет, это вот следующий фильм игровой большой, там мне Олег подарил как раз, так ты можешь песни покупать? Как его, наверное, вот, спасибо, Свете подарил, «Метель» подарил, а так как. Да, там песня «Метель» вот, в большом фильме играл вот так. Его на честне. Смотрите, это вот десятый. Реально. Нет, я снял, например, из бюджета. Бюджет Михалкова там 48 миллионов. Ну, долларов примерно. А на выходе там 0, там 7, что-то такое, 700 тысяч. А здесь бюджета нет. Вот я половину фильма снял. Если кто-то хочет поучаствовать, помочь, волонтер, то записывайтесь там. Поэтому можно записаться. Я вставлю на фильм. Снять режиссера, например, нет, ну для истории. Потому что на самом деле вот есть еще большой фильм, это первая часть вот дороги, 15 минут, а здесь еще 50 минут. Уже в деревне мы, собственно, в деревне снимали. И уже нужно сильнее этого фильма, он так по объему так получился. Вот. Есть второй, есть третий фильм, еще Достоевский, Григорский, Достоевский, я не могу сказать. Вот, так что и фильмы есть. И вот четвертый, если у кого-то есть вдруг желание какое-то там получается, ну так серьезно, ответственно, организационно и иными какими-то моментами. Вот, то записывайтесь, и ваши имена войдут в титры. Так же, как с благодарностью, Митяев и Светлана. Я считаю, лучше, я сказал, кинокомпозитор. Для меня. Спасибо.